Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в прошлом эпизоде мы сделали вот этого продавца, как бы уже магазин уже был построен, да, я его уже закончил, постройку магазина. И сделали мы такой небольшой интерьер магазина, и уже как бы начали делать продавцов. Одного продавца мы уже сделали, вот. Тут поушены, лечилки мы ему отдаем, а он нам за это дает алмазы. Так, этот продавец уже готовый. Вот этот продавец, так, секундочку. Да, а вот этот продавец, сейчас мы будем делать вот этого продавца. Так, имя. Давайте сделаем девушку. Миссис, как она пишет, если мистер вот так, да, МР скорочено. То вроде вот так миссис пишется, как имя. Миссис. То было мистер, а тут будет миссис. Как бы ее назвать? Миссис Джейн. Да, пускай будет вот так. Так, давайте выберем имя. Ну, какое имя? Текстурку. Да, только я не помню, есть ли тут вообще девушка. По ходу дела должно быть, как бы, я помню. Но вот я не помню, как ее выбирать. А, вот, тут. Да не зомби, какой зомби? Human male. Вот, отлично. А можно выбрать какую-то другую? Naga female, naga male. Че это будет? Нет. Нет. Кристалл. Ух, ни хрена себе тут текстурки. Ну, давайте посмотрим. Ух, ни хрена себе, тут что и такое можно. Дварф, нет, дварф нам не нужен. Это кто у нас? Эльф. Эндер, кого? Эндер Чиби, Эндермен. Ух, ни хрена себе, тут текстуры всякие. Фури. Нет. Голем. Ни хрена. Хьюман, но это обычное как бы. Орк. Охренеть. Пони. Да, вот реально, это такие текстурки. Слайм, вилледжер. Нет, вилледжер нет. Давайте, human male. И... Дождь пошел. А тут не отображается. Тут как бы нельзя убирать текстурку, если она женщина. Только мужику. А я не хочу обычную текстурку. Так что давайте сделаем... А, вот, и я не поменял просто. Так. Можно, отлично. Так, давайте сейчас выберем какую-то ей. Это есть, это нет. Так, сейчас. Там дождь капут. Доктор. Нет, какой доктор? Нафига нам доктор? О, нет. Давай пускай будет вот это. Да. Сейчас развернем мы ее, чтобы она смотрела на нас. Да. Вот дождь вот этот. Шум. Дождя. Сейчас. Так, сейчас, ребята, делаем мы ее опять трейдером. Да, отлично. Сейчас что мы ей будем продавать? Что мы будем ей продавать? Вот это все, что у нас есть, куча вот этого всего. Да, давайте вот это возьмем. Вот это не будем брать. Вот это возьмем. Это и вот это. И вот тут еще можно взять, пускай будет вот это. Так, давайте делаем. Сюда ставим вот это. И давайте еще возьмем что-то. Да, вот тут. Возьмем вот это. Ага, отлично. Еще что можно? Вот это можно взять. Вот это можно? Или нет? Или... Сейчас, что бы взять еще?
Ну да, в принципе, давайте вот это. Так. Сколько еще там можно взять? Ага. Так, давайте возьмем еще, чтобы можно взять. Вот это или нет? Давайте вот это возьмем. Да нет. Фиг его знает. Давайте возьмем вот это. Или нет? Или нет? Или что взять? Вот это, например. Так. И ставим вот так. Этого поставим по 2, так как это дороже, мне кажется. Отлично, ребята. Так, смотри сюда. Смотри сюда. Отлично. Второй продавец. Готовы, ребята. Там у нас продает поушены, вот этот продавец. А вот этот продает. Не продает, как бы мы ему продаем, да? А вот этот всякие вот те вещи для покемонов. Отлично, ребята. Два продавца уже готовы. Так, я не знаю, можем ли мы сделать еще несколько продавцов. Что, если сделаем, то что мы им сможем продавать? Так, покеболы. Есть у нас, конечно же, куча покеболов, которые мы не используем. Я думаю, можно их поставить на продажу. Так как реально, мы используем только вот эти ультраболы. А вот остальные пока что, думаю, нет. Думаю, можно еще и покеболы поставить. Еще что мы можем поставить? Реально, мы еще можем покеболы поставить. Мы еще можем вот эти камни эволюции поставить, так как у нас их тоже дофига, а мы их как бы даже не используем. Вот это реально, вот это еще можем поставить. Диски, я думаю, нет смысла ставить, так как дисков реально дофига. Так, ребята, нам еще нужно сделать двух трейдеров. Двух. Реально двух. Так. Сейчас давайте, чтобы не брать ресурсы, давайте быстренько сделаем как бы вот так, с гейм-модом, так как, в принципе, он у нас уже включен, да, так что давайте сделаем. Сейчас мы давайте пока что определимся, где они у нас будут стоять. Вот я думаю, один вот тут будет стоять, или вот тут. Вот тут, наверное, посередине. Да. Так, давайте сразу же сделаем, чтобы было просто-напросто быстрее, ребята, чтобы мы сделали еще вот этих продавцов успели. Ну, как бы не успели сделать, чтобы не идти домой крафтить вот эти все ресурсы, сразу взять в гейм-моде и как бы немного ресурсов нужно, чтобы сразу сделать продавцов. Да. Так, сейчас. Ступеньки, вот они. Отлично. Это пока что, я думаю, уберем. Так. Потом поставим. И делаем мы. Продавец у нас будет вот тут, поэтому. Да, вот так он у нас будет. Ага, да, вот так он у нас будет. Сейчас как-то мы. Вот так. Так, сейчас. Как это бы сделать? Как-то вот так пускай будет. Если у нас будет. Сейчас. Да как он у нас будет? Вот так. Если так, то как мы. Ну, в принципе, тут будет так соединенно. О, да, пускай будет вот так. Так. Отлично. И, наверное, сразу же делаем вот тут. Как-то.
Сейчас, как он у нас там... Как-то вот... Так, да. Отлично. Нет. Тут уже как-то он слишком широко... Сейчас. Вот так. Сейчас. Нет, тут если два, то уже слишком, мне кажется. Ну, пускай будет вот так. Так, тут у нас... Вот. Так. И вот так. Отлично. Ну что, ребята, делаем еще продавцов. Быстренько. Так. Имя, 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 мистер. Мистер, 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 мистер. А, да как бы тебя назвать, твою же мать. Да ты ж. Да как тебя назвать? Да короче. Пофиг, потом придумай имя, что-то мне как-то сейчас имя. Так, давайте сделаем текстурку. Какую-то нормальную. Вот, нет. Так, чтобы сейчас. Вот, чтобы он на нас смотрел. Итак, а сейчас, ребята, давайте сделаем ему. Что мы ему будем продавать? Так, трейдера. А будем мы ему продавать, я так думаю, покеболы. Да. Так. Это все сюда. Так, покеболы, покеболы, покеболы. Какие мы им будем продавать? Давайте вот эти. Эти. Иди сюда. Вот так. Вот эти. Так. Ставим ему вот сюда. Сейчас. Так. Вот так. Еще берем. Так. Сейчас, секундочку. Сколько там еще мы можем? Ага. Ставим, 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 ставим. Ой, 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 так. Вот. Так. Еще. Давайте возьмем вот это. Нет, сейчас. Вот это. Так. Сейчас, 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 сейчас. Давайте еще один возьмем какой-то. Какой бы поставить еще? А мы еще можем поставить какой-то? Ну, давайте ультра пофиг поставим. Чё за? А. Так.
Вот так, ребята, сейчас. Да. Отлично. И так. Есть у нас уже человек, еще один продавец, который уже продает, которому мы продаем, да, покеболы. Отлично, ребята. Еще остался один трейдер, сейчас мы его поставим. Опять потом поставим имя и текстурку, текстурку, текстурку. Так, они одинаковые? Нет. Так, сейчас. Вот. Да, смотрит. Еще немного алмазов возьмем. И что мы ему будем продавать? Мы ему будем продавать, да, вот эти камни эволюции. Сейчас, так. Да, трейдер. Так, ставим. И вот этот еще. Вот так. Ну, место у него еще есть. Сейчас посмотрим, что мы еще можем поставить. Априконы. Чтобы ему еще поставить. Есть место немного, поэтому... Хотя, не, пускай будет вот так. Вот так, ребята. Отлично. У нас уже есть все трейдеры. Магазин трейдеров, да. Где мы можем продавать, вот там мы можем покупать вещи. А тут мы можем продавать вещи. У меня есть еще одна идейка. Чтобы делать себе инструменты, чтобы их чинить. Сейчас. Так. Тут у нас есть место. Тут нету места. А тут у нас есть место? Есть место. Так, вот что я хочу еще сделать. Вот, бутылку. Вот. И может еще что-то. Так, ладно. Ой. А что мы тут можем? Раркенди купить, экспеш... Нет. О, рюкзак. А, большой рюкзак мы же можем купить. Точно, я что-то... И удочки. Так. Давайте мы... Да, вот еще вот это поставим. А. Так. А поставим это одну бутылочку. Да, пускай будет за один алмаз. Или даже две бутылочки, мне кажется. Потом, когда большие уровни, то... Или нет. Ну, да. Так, поставим это. Сейчас. Вот так. Да, бесплатно. Так. Все, ребята. Есть у нас... Продавцы, сделаем мы продавцов, отлично. Вот тут у нас 4 продавца в одном магазине, все пялятся сюда. Че надо? Так, ну в принципе, ребята, отлично. Вот это действительно, мы уже можем заняться продажей покемонов. Каких покемоны? Продажей вещей. И так мы можем потом покупать себе шайни покемонов, да. Так, сейчас. Что я хотел?
Давайте, хотя фиг его знает. Давайте реально, может, вот так сейчас с помощью вот этого гейм-мода, чтобы просто потом вот это нет, вот так сделаем тут немного украшений, как бы как-то, чтобы было более-менее. Ай, нет, вот это нет. Вот так. Да, я думаю, пускай будет вот так. Да, пускай будет вот так, ребята. Так, это кто там? И, ребята, сейчас. Давайте еще, может... Ай. Нет, тут уже... Да, пускай будет вот так, я так думаю. Или сейчас. Как-то мы вот это... Чтобы было нормально. Ай. Так, сейчас. Вот так, да, пускай будет вот так. Так, сейчас, ребята, давайте еще мы вот тут немного осветим. Вот так. Нет. Так. Нет, сейчас. Да, можно вот тут, я так думаю. Нет, нет, тут нет. В принципе, пускай будет вот так. Да. Пускай будет вот так. Вообще, вон, фиг его знает, где можно поставить. Сейчас. Давайте реально разукрасим магазин вот так, как бы. Сейчас. Так. Тут еще что мы можем? Вот так. А ну сейчас мы как-то вот это. Не, сейчас.
Ай. Вот так, я думаю, получше будет. А тут... Тут тоже давай. Вот так. Отлично. Декор. сейчас. Вот это еще можно поставить. Сюда. И сюда. Ух, еще и так можно. А ну сейчас, секундочку, что мы можем еще туда поставить? Да, в принципе, ничего, я так думаю. Да. Отлично, ребята, получилось, я так думаю. Вот так, вообще супер. Или... Вообще супер, мне кажется. Реально. Мне кажется, реально прикольно. Вот так. Потом еще какие-то тут узоры можно на потолку нарисовать, чтобы было прикольно. Реально, ребят, давайте на этом уже закончим. Ставьте большой лайк за магазин. Сейчас мы сможем продавать всякие ресурсы и покупать потом себе шайни покемонов. Ставьте лайк за дизайн, какой у нас получился. Мне кажется, реально очень прикольно получилось. Мне нравится, честно. Действительно нравится. Потом еще, может, что-то добавим сюда. И, в принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Закончим мы, наверное, на этом серию. Все, ребята, доделали мы магазин, доделали мы продавцов. Все, отлично, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.